Здравствуй, дорогая семья света! Здравствуй, душа! Приветствую вас в сегодняшнем прекрасном дне. И по предыдущим роликам вы уже могли ознакомиться с кристальными детьми, которые сейчас приходят на Землю. Приходят массово, и для нас они являются чудом. А что хочу сегодня предложить вам я? Я хочу предложить технику Отца Абсолюта, которую я обещала уже многим-многим в комментариях, и тоже стать кристальными людьми. Конечно, это произойдет по вашему личному желанию. Практика называется «Кристалл любви», которая приблизит нас к этим чудесным кристальным детям. Эта практика позволит нам синхронизироваться и прочувствовать энергии пятого измерения. Практики перехода в новый мир я вам зачитываю. Отец Абсолют через Марту. Дорогие мои, сегодня я продолжу рассказывать вам о практике, ведущей вас в пятое измерение. Как только научитесь вы различать границу, отделяющую третье измерение от пятого, начнете чувствовать разницу этих вибраций. Вам станет гораздо легче совершать свои путешествия в порталы света. Вам нужно привыкнуть к мысли, что наступит момент, когда вы будете жить одновременно в двух измерениях, поэтому вам так важно научиться управлять этим процессом, ведь вы теперь становитесь творцами своей жизни. И пользуйтесь этим правом и этой возможностью в полной мере. Сегодня я дам вам еще одну практику, которая поможет вам расширить свое понимание и чувствование новой реальности. Вот эта практика, которую я бы хотел вам дать. Практика эта называется «Кристалл любви». Сядьте в медитацию, полностью расслабьтесь, глубоко подышите носом в живот и сосредоточьте все свое внимание на вашей сердечной чакре. Представьте себе, что внутри нее зарождается маленький кристалл совершенной формы. Грани его чистые, яркие, сверкающие, переливаются всеми цветами радуги. И постепенно он начинает расти. Все больше и больше, пока не заполнит всю вашу сердечную чакру. Затем попросите меня активировать ваш кристалл любви, чтобы он остался в вас навсегда. Я, дочь Божья Лора, здесь и сейчас прошу Отца Абсолюта активировать мой кристалл любви. И прошу, чтобы он остался во мне навсегда. Вы почувствуете, как начнет он наполняться энергиями самых высоких вибраций. Подождите, пока поток утихнет. И после этого выходите из медитации. У каждого человека есть свое определенное время, свое чувствование, и он сам определяет время проведения в этой медитации. Возможно, вам надо вернуться к ней несколько раз. Возможно, вы ее будете делать каждый день. Возможно, вы ее будете делать по нескольку раз в день. Это ваше личное творчество. Возвращаемся к теме. А теперь я расскажу, как пользоваться вашим кристаллом любви в повседневной жизни. Кристалл этот предназначен для того, чтобы вы могли
любую негативную эмоцию, которая может ненароком выплеснуться из вас или на вас, поймать и тут же растворить в энергии любви, которая живет теперь в вашем магическом кристалле. Просто представляйте себе, как гнев, раздражение, жалоба, зависть, ревность, осуждение. Словом, любая негативная эмоция омывается божественной энергией любви, которую излучает ваш кристалл, и растворяется в этой энергии без следа. Поверьте, родные мои, вы будете наслаждаться этим волшебством, этим чудом мгновенного превращения тьмы в свет. Вы увидите, как на глазах будут меняться люди, которые в ответ на зло будут получать добро, как будет меняться мир на ваших глазах. И все это благодаря вам, вашему кристаллу любви, вашей мудрости, вашему пониманию того, что только любовь может спасти вашу прекрасную землю, и что это не красивые слова, а насущная необходимость. Начнется настоящая цепная реакция любви, которая откроет глаза многим людям, которые пребывают еще в вибрациях дуального мира, но чьи души готовы встать на путь света и любви. И вы, дорогие мои, поможете им. Вы станете теми лучиками света, которые озарят им путь к вознесению, а значит, к спасению их души. Благословляю вас на это и люблю безмерно. Отец Абсолют говорил с вами через дочь мою возлюбленную, приняла Марта.